поглощает, уничтожает нашу тягу к сладкому, тягу к мучному, и оказалось, что тягу к кофе тоже убирает. Я очень была кофеманкой, я могла выпивать в день по 5 стаканов кофе, какая-то выпечка, что-то нужно пожевать. Но на обратный путь я когда уже возвращалась с Владивостока, и я ехала с одной девочкой, и мы туда ехали вместе, обратно тоже ехали вместе. Во Владивостоке я совершенно перестала пить кофе. Получается, я один раз выпью, и все, и больше мне не хотелось. И девочка тоже спрашивает: ты же вроде кофе пила. Кофе не хочешь пить? Нет, не хочу. Я никогда не думала, что я не перестану не пить кофе. Вот. И получается, я увидела эту работу. Я приехала, я уже смотрю себя на зеркало, а мои все лишние килограммы, которые были набраны во время отпуска, они быстро ушли. Вот. Мое тело снова подтянулось, стало хорошо работать, организм стал хорошо работать, стало хорошо высыпаться, вот, стало хорошо выглядеть даже на лицо. И вот, сейчас я расскажу, кто же меня привел. Да, это Ира Захарова, которая сегодня начала свое выступление и которая...